Пришло время узнать всю правду о покетбуках. Слышал, то экраны покетбуков безопасны для глаз. Правда, но твои глазки в безопасности только пока ты меня читаешь. Если променяешь на iPad, я тебе моргало выколю. Думаешь, нам повезло, что мы можем открывать любые форматы книжек, а я бы хотела, чтобы на мне никогда не открылся тупой детектив, который ты читаешь каждый день. Сэкономлю тебе время. Убийца? Дворецкий. Я работаю месяц без подзарядки. Но ты не экономишь электричество. Ночью я подкручиваю твой электросчетчик, потому что ты должен страдать. У меня есть встроенный Wi-Fi. Я уже разослала твоим коллегам список книг, которые ты читаешь, сидя на унитазе. Донцова? Сумерки, 50 оттенков серого. Ищи новую работу. А еще в коробке тебя ждет сюрприз. Барсик? Давно видел своего кота. Барсик? Что с тобой? Привыкай к боли, человек. Барсик! Твой кот пометил мой прекрасный чехол. Я пометила кота. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Слава роботам!